Каспий мелеет. Мы и так потеряли Арал. Сейчас мелеет Балхаш. Высыхают реки. Водные ресурсы Казахстана. Это ближайшая главная катастрофа. Я вам скажу так. Вот приезжали к нам 13 лет назад ученые с Европы. Они полностью Среднюю Азию изучали. Тогда они сказали, что через 10 лет Казахстан вступит в эпоху глобального дефицита пресной воды. Ну, это что значит? Это что мы все наши ледники растают, мы останемся без воды. Это, ну, если брать Алмату. Если брать, например, Астану, уровень грунтовых вод понизился, например, с метра до, там, я думаю, 40 метров вода опустилась. Сейчас уже просто так не забуришься. Там вода очень низко сейчас находится. Сейчас уровень грунтовых вод падает. Почему? Потому что идет очень объем большой именно забора этой воды. Если мы говорим об Алмате, она еще, ну, она чуть-чуть дольше продержится, чем весь Казахстан.